Встану, значит, я в стандартную позицию для ПТшек. Это вот здесь, вот, возле мостика. Ну, тупо классика. А, у нас две ОТшки тупорылые, я так понял, да? Правильно же, да? Все правильно, да. Вдвоем едут на одну позицию. Гении, просто гении. Интеллектуалы-разумисты. Зря я так выкатываюсь. А, я еще не попал. Он меня еще не заметил. Прикольно. Рикошет. Да. Блин, куда я стреляю? Мне его убить надо. Броня не пробита, вы чё, серьезно? Смотри, как откручивают. Ой-ой-ой. Как же я круто стреляю. Ребята, завидую. Завидуем моей стрельбе. Вай, куда стреляю? Просто лайк от пополнить, да? Сейчас подсосут. А, нет, убил. Ну чё, ребята, пока у нас один килл. А таких надо еще 5 штук. Еще 5 чувачков надо завалить. Каким образом? Блин, вот никто не ошибается. Две ЛТшки сдохли так. Хреново прям. Отыграли. Что делать? Лё, ты какой страшный, а? Что ты такое? А, там КВ-2, кстати. А, понятно. На! Я в свете, это плохо. Надо быстрее его убивать. Кто-нибудь дайте по нему пульку. Ай, молодец. Хорошо, идем, хорошо. Еще троих. Тихо. А, броня не пробита, я понял. Мне надо рашить, по сути. Или нет? Как я попал? Блин, мне надо его рашить срочно, чтобы его не убили. Пожалуйста, ребята, не убивайте его. Прошу, прошу, пожалуйста. Но сейчас меня открутят. По-любому открутят. Смотри, просто сейчас подсосут фраг. Проверяй. А, он туда уехал. Ну, это хорошо. Все отлично. Еще два. Есть шанс. Есть очень хороший прям шанс выполнить это ЛБЗ. Давайте, я должен это сделать. Ну, будем надеяться, что наши смогут там кого-нибудь засветить. А я подсосу фраги, если получится. Ну, что-то наши очкуют. Пантерка-то что-то. Она почти фульная, она боится ехать. А чё они очкуют? Они почти фульные, ну кроме Йоха.
Йох и то поехал, смотрите. Йох не очкует. У него хп нету, он едет. А, у них 52 живая. Там скорпион. Ну чё, ребята, можно прокатиться туда прям. По кустикам вот так вот. Надеюсь, повезет. Пока все хорошо. Пока живем. О, я в свете, да? Нет, я 52-ку заметил. Ты семь... Чё? А кем я свечусь, не понял. Скорпион? Или Су-122-44? Кто-то из них меня засветил. Или 52-к? Может, 52-к? Блин, ребята, мне нужно двоих всего лишь-то убить. Я не знаю, каким образом это сделать. Аккуратно нужно прям сыграть. Я тут не залезу, да? Придется слева лезть. Т-78 упарывается на нашего Е-25. Тут сейчас ПТ-шки будут. Вот сейчас махач-то будет. О! Все, постреляли и хватит. Не светимся, ребят. Там скорпион в кустах. Ой-ой-ой, что-то наши прям умирают, прям лопаются. Я могу еще и не выполнить эту задачу, офигеть. Да, будет печально, если я не выполню. Ну такой шанс хороший прям. Ух ты, ё-мо, привет. Он промазал, есть шанс. Все, откатываемся, ребята, живем. Надо Т-52-ку убивать, срочно. Блин, не убивайте ее, пожалуйста. Какой рикошет? Все! Да, ребята, все. Две задачки осталось. До химеры. До получения химеры. Надо Т-78 убивать ехать. Я не буду тут рисковать на арту. Плюс скорпиона вылазить. Нет смысла просто. А, они сами вылазят, кстати. Нормально. Понятно. Арта, пожалуйста, не надо. Ну, ё-моё. Фух. Ай, 8-й фраг. Блин, ну вот печально то, что у меня хп на самом деле нету. Так, по скорпиону дали пропердеться. О, у меня 3300 урона, офигеть. Я, по-моему, впервые делаю такой дамаг на елочке. Ой, елочки, на Е25 на блохе. Извиняюсь, перепутал. Елочкой почему-то назвал. Так, скорпион, 600 хп. У нас 200. В
Арту надо как-то высветить, постараться. А как? Восемь фрагов, офигеть. Ну все, ребята, делаем 9-й фраг, а может даже и 10 сейчас сделаем. Просто сейчас закатываемся на Скорпиона, с автоприцела убиваем. Ничего страшного, 10-й фраг еще может быть. 10 фрагов! 10! Пул! Пул! Ребята, пул! Да ну нафиг мой первый пул! Ха-ха! Мой первый пул, ребята! Первый пул! Офигеть! На Е25! А, уай, вы посмотрите, что там! Две желтые полоски! Мастер! Уай, с отличием выполнил! Два дня премиум аккаунта! Что? Господи! Просто обсыпали меня! Просто ой-ой-ой! Пулы! Офигеть! Ой, 10 фрагов. Ошалеть. Малорик пидор голдовый читерный. Ты посмотри, что пишут.